В общем, всем привет. Меня зовут Георгий Кириченко. Я занимался абсолютно разнообразными вещами, связанными в IT, но в данный момент времени я член Tarantle Core Team. В этой команде я занимаюсь, в частности, всякими внутренними вещами в Tarantle, касаясь движка баз данных, внутренними коммуникациями и в том числе репликации. Собственно говоря, о репликации я сегодня вам и хочу рассказать, о том, как она устроена в нашем Tarantle. Итак, что такое репликация? Репликация — это процесс создания копий данных из одного хранилища в другом хранилище. Соответственно, это копия данных и называется репликой. Для чего это может использоваться? Ну, абсолютно очевидные применения. Вы, допустим, хотите иметь резервные копии, hot standby, вы хотите иметь горизонтальное масштабирование и разносить вычисления по всему кластеру. И для этого вам необходимо иметь возможность использовать одни и те же данные на разных узлах вычислительной сети кластера. А какая бывает репликация? Репликацию классифицируют по основным двум признакам. Первое — это ее направление. Мастер-мастер репликация, либо мастер-слейв репликация. Мастер-слейв репликация — это самый простой вариант. У вас есть один узел, на котором вы производите изменения данных, и эти изменения данных вы транслируете на остальные узлы, где они применяются. Мастер-мастер репликация — чуть более сложный вариант, когда изменения вы вносите не на одном узле, а сразу на нескольких. И в этом случае у вас каждый узел как активирует некие изменения к своим данным, так и применяет к себе изменения, выполненные на других узлах. И репликацию классифицирует по режиму ее работы. Это асинхронная репликация и синхронная репликация. Синхронная репликация подразумевает, что данные не будут зафиксированы и пользователю не будет отвечено «Окей» до тех пор, пока изменения не будут распространены хотя бы по какому-то минимальному количеству членов кластера. Асинхронная репликация подразумевает то, что процесс фиксации транзакций, ее коммит и взаимодействия с пользователем, и процесс репликации — это два абсолютно независимых процесса. То есть вы данные закоммитили, они попали в какой-то журнал, потом эти изменения каким-то образом переползли на другие члены. И очевидно, это ведет к тому, что асинхронная репликация имеет ряд побочных эффектов. Итак, как же устроена репликация в Tarantle? В Tarantle репликация строится из неких таких базовых кирпичиков. Этими кирпичиками вы можете построить кластер любой топологии, какой вас интересует. Итак, этот базовый элемент конфигурации является однонаправленным. То есть всегда у вас есть мастер и слейв. Мастер выполняет некоторые действия, формирует лог операций, и этот лог операций выполняется на реплике. Второй аспект — это репликация синхронная. То есть Tarantle говорит вам на commit «OK», независимо от того, сколько реплик этот дельту увидели, сколько реплик ее к себе применили, и вообще получилось ли это сделать. Третий момент. Репликация в Tarantle row-based. Tarantle ведет внутри себя репликационный журнал, в принципе, журнал операций, называемый вал. Операции попадают туда построчно. То есть если вы изменяете какую-то строчку в space, то эта операция записывается как один элемент, как строка в журнал. После этого фоновый процесс вычитывает эту строку и отправляет ее реплике. Сколько у мастера реплик, столько у него фоновых процессов. То есть даже репликация происходит на разные члены кластера асинхронно друг от друга. То есть это независимые процессы. Ну и третий элемент. Каждый член кластера, во-первых, в обязательном порядке имеет свой уникальный идентификатор. Его собственность — это тот идентификатор, который он генерирует при своем создании. Идентификатор в кластере, либо номер. Это та численная константа, которая присваивается реплике в момент подключения в кластер, и она остается вместе с репликой во все время существования данной реплики в кластере. И также, что мы можем сказать о репликации в Tarantle? Во-первых, то, что все данные на репликах в силу асинхронности репликации всегда попадают с запаздыванием. Это очевидно. Вы сделали какое-то изменение, сказали commit, система вам сказала «Окей», на мастере уже операция применилась, вы видите ее эффект. На репликах они применяются с некоторым запаздыванием, которое определяется скоростью, с которой фоновый процесс репликации эту операцию вычитывает, отправляет ее на реплику, и реплика в себе ее применяет. И из этого также следует возможность рассинхронизации данных. Представим себе, что у нас есть несколько мастеров, и эти мастера изменяют взаимосвязанные между собой данные. Может так получиться, то, что операции, которые вы используете некоммутативные, относятся к одним и тем же строчкам. Тогда у вас получится так, что две разных инстанса кластера будут иметь разные версии данных, то есть данные разъедутся. У вас возникнет некий конфликт, и этот вопрос мы чуть позже рассмотрим. Итак, мы сказали, то, что репликация в Tarantle однонаправленная мастер-слейв. Каким же образом нам сделать мастер-мастер, если мы хотим это сделать? А очень просто. Мы возьмем и подключим слейв к мастеру.
к другому, да, то есть назначим обе роли каждому члену кластера. При этом надо понимать, что мастер-мастер репликации — это не какой-нибудь там особый тип, а это на самом деле всего лишь комбинация двух независимых друг от друга потоков данных. Все очень просто. Да, то есть мы не сочиняем какие-то особые режимы, мы просто используем то, что мы есть, просто комбинируем это. При этом нужно понимать, что эти операции абсолютно не синхронны. Они не взаимосвязаны. Вот, скажем, вот эта репликация может работать быстро, а это медленно. Ну, скажем, у нас сеть так настроена. А теперь мы можем, используя тот же самый принцип, подключить к нашему кластеру третьего мастера. Точно так же мы строим full mesh, где каждая реплика является мастером для каждого, для двух других слейвов, да, и при этом он сам по себе является слейвом этих же самых мастеров. Тут надо сказать вот что. То, что реплицируются не только те операции, которые выполнены локально на данном мастере, да, которые там были инициированы, но также и те операции, которые он получил извне по репликационным протоколам. То есть в данном случае, скажем так, на реплику номер 3 изменения, созданные на реплике номер 1, придут дважды. По этому каналу, а также по каналу через вторую реплику. То есть сначала они придут сюда, попадут в его журнал, после этого они будут транслированы сюда дважды. Это свойство позволяет нам строить более сложные топологии, не используя full mesh. Скажем вот такую. Здесь мы каждому мастеру, да, который втроем составляет full mesh, составляет ядро кластера, прицепили по индивидуальной реплике. Исходя из того, что у нас происходит проксирование дельт на каждом из мастеров, все три вот этих вот слейва в чистом виде будут иметь у себя все операции, которые были выполнены на любом из членов кластера. На самом деле очень удобно, да? И такую конфигурацию можно применять для абсолютно разных вещей. То есть мы не создаем паразитные связи между всеми членами кластера, да? При этом мы имеем точную копию мастера, ну, с каким-то минимальным запаздыванием, если мы их разместили, скажем, рядом. И мы имеем возможность, скажем, использовать их как hot standby. Скажем, если этот мастер вышел из строя, да, мы просто подменим айпишники, и наш кластер продолжит работать в режиме с избытком трех мастеров. Очень удобно и просто, да? И это опять все-таки все делается, просто используя базовые элементы репликации. Вот этот вот маленький элементик, мастер-слейв, который у нас есть. А теперь возникает вопрос. Если у нас операции проксируются между всеми мастерами, да, и операции приходят каждую реплику по несколько раз, да, как нам понять, какую операцию нужно выполнять, какую нет? Нам необходим некий механизм фильтрации. Для этого к каждой операции, вычитанной из лога, приписываются два атрибута. Первый атрибут — это идентификатор сервера, на котором данная операция была впервые инициирована. То есть это не тот, кто является нашим пиром, а где данную операцию вызвал пользователь. И второе — это порядковый номер этой операции на том сервере, который является ее инициатором. То есть смотрите, каждый сервер, когда выполняет операцию, каждой полученной строке сгенерированной присваивает увеличивающийся секвенс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да? И таким образом, если мы знаем, то, что для сервера с неким идентификатором мы применили операцию с LSN, скажем, 10, то операции, которые пришли нам по репликации с LSN 9, 8, 7, 10, нам применять не надо. Надо применять следующее, 11, 12 и так далее. Очень легко и просто. И отсюда у нас возникает другой вопрос. Как Tarantle у себя хранит состояние тех операций, которые он уже применил? Для этого существуют векторные часы, веклог. Что представляет собой веклог? Веклог — это вектор последних максимальных LSN, примененных относительно каждого члена кластера. То есть если мы находимся на некой реплике, то LSN 1 — это операция, примененная с мастером под номером, с идентификатором 1, 2, 3 и так далее. Также можно веклог обозвать как некий известный данной реплике снимок состояния кластера в целом. Да, то есть данная реплика знает то, что три члена ее кластера имеют такие LSN, дошли до такого состояния. И используя данный веклог, да, и зная операцию сервер ID, пришедшую операцию LSN, мы банально вычленяем нужную нам компоненту локального веклока, сравниваем полученный LSN с LSN операции и принимаем решение, применяем мы данную операцию или нет. Такая схема позволяет нам обеспечить то свойство, что операции, инициированные каким-то конкретным мастером, будут применяться строго последовательно. То есть мастер их шлет последовательно, мы применяем их последовательно. Но при этом операции, проинициированные
потоки операций, созданные на разных мастерах, могут с собой перемешиваться. Ну, в силу того, что репликация у нас асинхронная. Пошли дальше. После того, как мы немножечко погрузились в теорию, давайте посмотрим то, как мы с вами создаем кластер. Да? То есть я говорил, что вот у нас есть кластер, но на самом деле сначала его нужно создать. Предположим, у нас есть кластер, состоящий из двух элементов, мастер-слейвов двух. И мы хотим присоединить к нему третий инстанс. У него есть уникальный идентификатор, UID, но при этом идентификатора у него еще нет. Если некий тарантул, еще не инициализированный, желает присоединиться к кластеру, он обязан послать специальную операцию join на один из мастеров, который может эту операцию выполнить. Ну, то есть находится в read-write режиме. В ответ на join мастер отправляет подключающейся реплике снапшот, свой локальный снимок. Реплика исполняет у себя этот снапшот, при этом идентификатора у нее все еще нет, она все еще не член кластера. После того, как реплика накатит к себе снапшот, она, в принципе, находится в неком состоянии какого-то синхронности, но с небольшим отставанием от, в принципе, всего кластера. И после этого мастер, на котором происходили join, назначает данной реплике идентификатор. После назначения идентификатора и регистрации его в кластере реплика становится его полноценным членом. И после этого она инициирует с мастеров, которые ей известны, потоки репликации в свою сторону. Потоки репликации — это, в принципе, это журнал. То есть это журнал тех операций, которые произошли на данных мастерах, которые им известны, начиная с некого состояния этой реплики, которую она получила в процессе джойна. Если данная реплика каким-то причинам отвалилась, выключилась, либо порвались канал связи, да, то при подключении к кластеру она джойн уже не выполняет, потому что у нее есть некий локальный снимок. Да, она просто запрашивает все операции, которые произошли с ее последнего состояния в этом кластере. А как происходит регистрация реплики в кластере? Вот это для того, чтобы хранить в себе состояние о структуре кластера, есть специальный space, называется он кластер, что неудивительно. И по факту он хранит в себе отображение идентификатора сервера в кластере, да, его какой-то порядковый номер и его уникальный идентификатор. Ну вот это реальный слепок с примера, да, который я принес, который я готовил к своему выступлению. Да. Вот есть Space Cluster, мы видим, на нем есть идентификаторы 1, 2, 3 и UID-ы. Ну, здесь нужно сказать, то, что идентификаторы, в общем-то, не обязаны идти по порядку. Да? То есть может так получиться, что какие-то члены выбывают кластер, какие-то добавляются и так далее. И здесь расположена первая мина, которая несет в себе тарантул, да, для наших пользователей. Как правило, по одному кластер не собирают. Да? Вы запускаете некое приложение, да, оно разворачивает сразу целый кластер. И у вас кластер собирается сразу из многих членов. Но при этом мы должны знать то, что сама по себе репликация в тарантуле асинхронная. Да? Представим себе, что если два мастера одновременно подключают новых членов, да, и назначают им одинаковые идентификаторы. К чему это приведет? Это приведет к тому, что у нас будет конфликт. Да? То есть, скажем, на одном мастере UID будет такой строечкой, да, на другом UID будет другим. Вот, скажем, пример неправильного джойна. Да? Мы видим, у нас есть два мастера и две реплики, которые желают к нему подключиться. Они делают джойн на разных мастерах. И, предположим, они получают одинаковые идентификаторы. Это приведет к тому, что репликация между этими двумя мастерами и теми, кто успеет с них прореплицировать их дельты, развалится. У нас произойдет разделение кластера на части. И в чистом виде мы ничего с этим сделать не можем. Чтобы это побороть, мы должны с вами использовать механизм, который позволяет нам инициировать реплики, инициализировать строго на одном мастере в один момент времени. Да? В этом случае наша проблема с конфликтом при джойне будет решена, потому что мастер как бы один, он у себя все эти операции может выполнить консистентно, не пересекаясь. Для того, чтобы это реализовать, в тарантуле есть такое понятие, как лидер инициализации. И есть алгоритм выбора этого лидера. Происходит он очень просто. Реплика, желающая подключиться к кластеру, сначала подключается просто, устанавливает соединение со всеми известными ей мастерами из конфига переданного. После этого она выбирает те из них, которые инициированы. Мы помним с вами то, что, скажем, мы с вами кластер поднимаем, и не все еще члены его успели полноценно заработать. Да? Поэтому мы должны брать только те, которые сейчас работают в рабочем состоянии.
После этого мы выбираем из них те, которые доступны на запись. Тарантул бывает read write и бывает read only. Регистрироваться на read only ноде мы не можем, потому что она нас не может зарегистрировать, а она не может инициировать локальные операции. Она не может взять и занести изменения в кластер. И после этого из того списка отфильтрованных реплик членов кластера, которые мы получили, мы выбирали тот из них, который имеет наименьший UID. Да? Что нам дает данный алгоритм? Данный алгоритм дает то, что если мы на подключающихся к кластеру инстансах неинициализированных используем одну и ту же конфигурацию, один и тот же список серверов, то они выберут одного и того же мастера. И джой у нас пойдет успешно. Отсюда мы делаем первый рецепт. То при инициализации, при подключении реплик к кластеру, если мы хотим это делать каким-то образом параллельно, мы должны обеспечить, чтобы у всех этих реплик были одинаковые конфигурационный параметр по репликации. Если мы где-то что-то опустим, то есть доля вероятности, что у тех отличающихся инстансов с отличающимися конфигурацией будут инициироваться на разных мастерах, и мы с вами не сможем стартовать банально. Но все же, предположим, что это случилось. Мы ошиблись, у нас произошел артефакт, админ забыл поправить конфиг, у нас сломался какой-нибудь Ansible, да, или что-то в таком духе произошло, и ситуация с разделением кластера на части произошла. Что может говорить нам об этом? Во-первых, то, что подключаемые реплики не смогут создать свои снапшоты. Мы это увидим. То, что реплика не стартовала, она нам сказала, что случилась ошибка. Второе, на самих мастерах, в логах мы уже увидим конкретные ошибки, связанные с тем, что возникли конфликты в Spacy Cluster. Это как раз говорит о том, что произошел join произошел неверно, неправильно. И теперь возникает вопрос, как нам так легко эту ситуацию разрешить? На самом деле проблем у нас нет. Есть стандартный алгоритм. Первым делом мы должны, разумеется, провалидировать ту конфигурацию, которую мы задавали подключающимся репликам. Потому что если мы это не починим, да, то, что бы мы ни делали, мы join сами не сделаем. После того, как мы убедились и поправили конфигурацию, мы приступаем ко второму этапу. Очевидно, что в Spacy Cluster у нас уже есть конфликты, и нам их нужно зачистить. А репликация устроена таким образом, Spacy Cluster, что операции delete пройдут успешно, в отличие от операции регистрации, которые сделаны через операции, которые могут конфликтовать при пересекающихся ключах. Мы зачищаем Spacy Cluster, и после этого мы, в принципе, вполне можем попытаться инициализировать наши реплики заново. И практика показывает то, что с очень большой долей вероятности наша проблема исчезнет. Наш кластер заведется, стартует и будет прекрасно себе работать без каких-либо побочных эффектов. Давайте дальше. Теперь смотрите, мы с вами создали наш кластер, подключили его, да? И все члены кластера работают в режиме подписки, когда они получают изменения, сгенерированные разными мастерами. Да, ну как бы режим следования за мастером. Исходя из того, что наша репликация асинхронна, у нас возможны конфликты. Ну, то есть, когда вы одновременно изменяете какие-то данные на разных мастерах, да, и разные реплики получают разные копии данных, то есть в силу того, что операции применяются в разном порядке. Давайте посмотрим. Вот пример того, как кластер выглядит после того, как мы выполнили join. Да? То есть у нас есть три мастер-слейва, да? Между ними передаются логи. Логи проксируются в разном направлении и применяются на слейвах. Что подразумевается под рассинхронизацией данных? Да? То есть смотрите, на каждой реплике будет своя собственная история веклог. Просто в силу того, что репликация синхронна, и то, что потоки от разных мастеров могут между собой перемешиваться по-разному. Да? А если история изменения веклог локального состояния разная, да, то это означает то, что и порядок применения операции, который был выполнен на каждом конкретном инстансе, может отличаться. Да? А если наши операции не коммутативны, как, например, операция, скажем, replace, то и данные, которые мы получим в результате на этих репликах, будут отличаться. Ну вот небольшой пример. Предположим, что у нас есть два мастера, да, у них веклог 0.0, предположим. И оба мастера у нас выполнят по две операции, маркированные OP1.1, OP1.2, OP2.1, OP2.2, соответственно. Вот здесь показан второй квант времени, когда каждый из мастеров выполнил по одной локальной операции. Зелененьким цифркой показано изменение соответствующей компоненты веклог. Первый мастер меняет свой веклог, второй мастер меняет свой веклог.
После этого второй мастер выполняет еще одну локальную операцию, да, увеличивает свой веклок, а первый мастер получает по репликации операцию со второго мастера. Это отображается красной цифркой 1 в веклоке первого члена кластера. Дальше ситуация развивается. Да? Второй мастер получает операцию с первого, а первый, соответственно, вторую операцию со второго. Вместо нас работает только репликация. Ну и в конце первый мастер выполняет свою последнюю операцию, и второй мастер ее получает. Посмотрите, веклоки в нулевом кванте времени у нас одинаковые, 0,0. На последнем кванте времени мы тоже имеем одинаковые веклоки, 2,2. Да, казалось бы, то, что данные должны быть одинаковые, но если мы посмотрим на порядок операций, который выполнил каждый из мастеров, мы видим, что они разные. Да? Представим, что это операция replay с разными числами. И тогда получится, что имея одинаковые веклоки, мы имеем абсолютно разные, отличающиеся версии данных, да, на обоих репликах. На самом деле это иногда это нормально, иногда это нет. И такую ситуацию мы тоже умеем разрешать. Каким образом? Во-первых, мы можем с вами выполнять операции записи, да, не на всех случайно образом выбранных репликах, да, каким-то образом их шардировать. То есть связанные данные модифицировать на какой-то конкретном мастере. Да? Но это то, что Владислав рассказывал в предыдущем, каким-то образом затрагивает то, что Владислав рассказывал. Мы просто с вами разнесли операции записи, да, по разным мастерам. И таким образом мы с вами получим eventual consistent систему. То есть, предположим, мы изменили ключи от 1 до 10 на одном мастере, от 11 до 20 на другом мастере. Да? Они обменяются своими дельтами, и в итоге получат абсолютно одинаковую картину мира. Да, eventual consistent система. И второй есть способ. Предположим, что по условиям задачи, которые мы решаем, мы с вами можем каким-либо образом определить, какая приоритет операции изменения. Ну, скажем, мы можем таймстемп поставить, да, либо версию. Либо еще какая-то есть бизнес-логика, которая позволит нам понять, да, какая операция физически произошла раньше. Ну, скажем, в общем, можно сказать, что мы имеем некий внешний источник упорядочения, порядка. Давайте посмотрим чуть поподробнее наши пути. Вот первый путь. Что он подразумевает? То, что у нас есть некий роутер, да, это вовсе не обязательно должна быть отдельная сущность. Это может быть частью приложения, это может быть частью мастера, это может быть, собственно говоря, даже шард, V-шард, который мы используем, да, который применяет к себе операции на запись, да, и тем или иным образом их форвардит на мастера. Вот форвардит их таким образом, чтобы связанные значения, изменения по связанным значениям уходили на некий один мастер. Да? Один блок значений ушел одному мастеру, другой блок значений ушел другому мастеру. При этом операции чтения мы с вами можем направлять на любой член кластера, да? Но при этом нужно учитывать то, что репликация синхрона. Да? Если, скажем, write у нас прошел в одного мастера, да, то read, если мы хотим тут же прочитать, желательно делать тоже с него. Да? Это надо учитывать в своих приложениях. Если, скажем, мы сделаем write здесь, а читаем здесь, может произойти некое запаздывание. Даже если это один и тот же клиент, да, даже если тоже он получил окей на свою операцию, запрос commit. И второй подход. В Tarantula с недавних пор есть такая вещь, как before replace trigger, да, который может применяться, вычисляться при операциях репликации. В данном случае мы с вами не ограничены тем, что мы должны маршрутизировать запросы. Мы с вами шлем запросы туда же, куда мы их хотим. Как у нас получилось? Либо, допустим, у нас есть некая там другая иная логика. При этом при выполнении репликации, да, на входе потока данных у нас есть некий триггер. Этот триггер в общем случае достаточно простой. Он читает ту строчку, которую вы ему прислали, сравнивает ее с той строкой, которая уже сейчас хранится, да, и просто принимает решение, какая из этих строк имеет приоритет. И он либо игнорирует запрос по репликации, либо применяет его. Данный подход мы уже кое-где применяем, да, но у него тоже есть свои недостатки. Во-первых, вам нужен внешний источник синхронизации, да, то есть ваша задача должна его предусматривать. Ну, скажем, ваш оператор вносит изменения по какому-то абоненту. Да. В принципе, для операции по данному абоненту мы можем использовать время на компьютере оператора, да, потому что вряд ли у нас несколько операторов по одному и тому же абоненту, да, в слоне сотовой связи вносят изменения. Ну, так не бывает. Пришел человек с паспортом, сел с человеком, да, по нему вносят дельты, да, какие-то. Эти операции пошли разными путями, но при этом, если мы каждой операции можем приделать некую версию, то данные операции при прохождении через триггеры оставят только те, которые являются из них актуальными.
Ну и надо заметить то, что так как этот триггер выполняется на каждый дельту, пришедшую по репликации, на каждый запрос, да, это повышает нашу цепую экспенсив может оказаться. Это лишняя вычислительная нагрузка, да, но при этом она позволяет нам иметь консистентность копию данных в масштабах кластера. И третий аспект. Смотрите, наша репликация синхронна, что подразумевает то, что по выполнению коммита вы не знаете, есть ли ваши изменения на каком-то другом члене кластера. Да? То есть если вы на мастере позвали коммит, вам сказали окей, а мастер по каким-то причинам тут же рассыпался, перестал работать, вы не можете быть уверены, что ваши данные где-то еще сохранились. Для того, чтобы решить эту проблему, в протоколе репликации Tarantula есть такое понятие, как ACK. И каждый мастер у себя хранит свои знания о том, какой последний ACK пришел со слейва. Что такое ACK? Когда слейв получает к себе некую дельту, да, эта операция то есть эта дельта помечена LSN мастера и его идентификатором, то в ответ он шлет специальный ACK-пакет, в котором запаковывает свой локальный веклок после применения. Да? Вот давайте посмотрим, как это может работать. Вот смотрите, у нас есть мастер, который выполнил у себя 4 операции. ACK — это его сведения об этом слейве. И веклок слейва. Предположим, что в какой-то квант времени слейв получил первые 3 строки, да? Его веклок увеличился, 3.0. Так, вот это вот у нас это компонент, соответствующий первому члену кластера, да, это его собственная компонента, вот мастер, вот ACK. ACK пока не пришел. Получив данные 3 строчки, слейв отправляет ACK-пакет. В этом ACK-пакете он зашивает свой веклок, который был на момент данного ACK-пакета. И пусть тот же квант времени у нас слейв, мастер, отправил еще одну строчку. Да, то есть веклок у слейва увеличился. Исходя из этой картины, мастер номер один может точно знать, то, что все первые 3 операции, которые он произвел, уже применились на этом слейве. Вот данные ACK состояния хранятся для всех слейвов, с которыми работает мастер, они абсолютно независимы. Ну и в конце слейв отвечает 4-м ACK-пакетом. После этого мастер знает, то, что слейв с ним синхронен, у них одинаковое состояние. И данный механизм мы можем использовать в прикладном коде. Да? Когда вы сделали некую операцию commit, да, вы не сразу же возвращаете пользователю окей на его операцию, какой-то осмысленный ответ. Да? Вы сначала вызываете специальную функцию, которая выполняет ожидание того момента, когда LSN слейва, известный мастеру, сравняется с LSN вашего мастера на момент завершения коммита. Ну, то есть, смотрите, вы сказали коммит, когда у вас был у мастера LSN был 3, да, вам не нужно ждать полной синхронизации, вам достаточно дождаться вот этого момента. Предположим, что у нас первый вызов изменил 3 строчки, второй вызов изменил 1 строчку. Да, вы после первого вызова хотите убедиться, что ваши данные присинхронизировались. Вот это состояние уже означает то, что ваш первый вызов присинхронизировался как минимум на один слейв. Как конкретно это посмотреть, да, где это искать, мы в последней части, в завершительной части презентации посмотрим. А теперь перейдем к таким моментам, как мониторинг. Ну, то есть, когда репликация синхронна, да, очень просто мониторить. У вас репликация развалилась, да, и вы в ответ на все свои операции получаете ошибки. Вам мастер говорит, что мне не удалось просинхронизироваться. Да, и очень быстро к вам прибегают люди, прибегает система мониторинга, говорит, что алярм, у нас беда, у нас ничего не работает. Да, а если репликация синхронна, то ситуация немножечко более запутана. Да? Вам мастер отвечает, что все хорошо, все нормально, я работаю, принял, записал. Да? Но при этом ни одна реплика у вас не живая. И ваши данные не имеют избыточности при потере мастера, вы просто теряете свои данные. И поэтому очень хочется мониторить, да, понимать, что же все-таки происходит с синхронной репликацией, в каком состоянии наш кластер, да, где находятся наши реплики. Синхронно они с нами, отстают, не отстают, справляются ли они с нагрузкой. Для того, чтобы осуществлять базовый мониторинг, есть такая сущность Tarantula, как BoxInfo. Если вы в консоли просто наберете BoxInfo, да, вы увидите очень интересную такую табличку, которая содержит в себе различные показатели. Да. Но самое важное — это идентификатор, да, в данном случае это единичка, означает то, что LSN данного мастера, да, будет храниться на первой позиции во всех веклоках, которые здесь есть, да, и его уникальный идентификатор. Очень полезная на самом деле вещь, да, то есть если, скажем, у вас произошел конфликт при джойне, то отличить один мастер от другого, да, который сконфликтовали, вы можете только по уникальному идентификатору, потому что PD у вас уже произошел конфликт.
Также к локальному состоянию относятся такие величины, как LSN, да, это номер последней строки, да, который данный мастер записал к себе в журнал, выполнил. То есть в данном случае это означает то, что вот наш первый мастер с вами выполнил 5 операций. EVCLOCK — это известное ему состояние тех операций, которые он к себе применил. То есть это означает то, что он выполнил одну операцию, свою 5 операций своих собственных, да, и для мастера номер 2 он выполнил одну его операцию по репликации. После локального состояния, да, мы с вами можем посмотреть, что данный инстанс знает о состоянии кластера, его репликации. Вот для этого существует раздел Replication. Этот раздел содержит в себе все известные данному инстансу другие члены кластера, в том числе его самого. То есть смотрите, первый член у нас имеет идентификатор 1, а совпадающие UID, да? Это он сам, свой LSN. Очевидно, что он себя ничего не реплицирует и себе ничего не реплицирует, поэтому других здесь элементов нет. А вот это у нас второй член кластера. Идентификатор 2, его UID, его LSN. Да? Мы можем с вами посмотреть, то, что его LSN, единичка, соответствует тому LSN, который записан в EVCLOCK. Здесь мы с вами рассматриваем мастер-мастер репликацию, да, когда у нас мастер номер 1 одновременно является мастером для второго члена кластера и его слоевом, то есть следует за ним. Давайте посмотрим за состояние, собственное состояние как слейва описывает сущность upstream. Она имеет такие атрибуты, как статус. Статус follow означает то, что мастер 1 следует за мастером 2. Да? Idle — это то время, которое произошло локально с момента последнего взаимодействия с этим мастером. Ну, то есть, как бы мы не шлем поток непрерывно, да? То есть, когда на мастере происходят какие-то изменения, он отправляет свою дельту. Когда мы отправляем какой-то акт, да, мы тоже отправляем взаимодействие. Вот этот вот idle показывает то время, время с момента последнего взаимодействия. Очевидно, что если idle становится большим, да, ну, скажем, 10 секунд, 20 секунд, час, да, что у нас что-то не так. То, что мы в течение часа не получили от мастера никаких сообщений. Так не бывает. И третье, lag. Что он означает? Вот смотрите, мы с вами говорили о запаздывании. Кроме LSN и сервера ID, каждая операция в логе маркируется еще и таймстемпом. То есть локальным временем, во время которого данная операция была записана в лог на мастере, который выполнил. Slave при этом сравнивает свой локальный таймстемп, да, который на нем сейчас существует, с таймстемпом той дельты, которую он получил. Да? И самый последний полученный для последней строчки он выводит здесь. То есть здесь мы видим то, что между тем, как операция была применена на этом мастере, и тем, как ее выполнил второй сервер у себя, произошло 36 микросекунд. Ну, на самом деле это немного, да? То есть для большинства задач это более чем достаточно. В принципе, если ваш клиент несколько отдален от кластера, то, скорее всего, вот этот лаг он даже не заметит. Ну, просто потому, что время взаимодействия между вторым мастером и клиентом, и возвратом клиента на первый мастер будет превышать это 36 микросекунд. Да, банально даже больше, чем пинг. И теперь атрибут downstream. Downstream показывает то, что мастер знает о своем конкретном слейве, а именно тот самый акк, который слейв ему отправляет. Данный downstream означает то, что последний раз слейв, его слейв, он же мастер под номером 2, отправил ему свой веклок, который был равен 5.1. И данный мастер знает то, что значит все 5 его строчек, которые он выполнил у себя, уехали сюда. И таким образом, используя эту структуру, вы можете в своем коде, да, просто написать маленький вотчер, да, который мониторит downstream, да, сравнивает LSN, который там записан, с тем LSN, который был на момент постановки того вотчера, да, и когда LSN достигает или превышает целевое значение, вы просто говорите, что все, мы синхронны, все хорошо, да, то есть можно клиенту говорить, что данные его разъехались. Давайте посмотрим дальше, да, когда у нас все хорошо, все понятно, теперь у нас мастер упал. Второй мастер у нас, к сожалению, по каким-то причинам отвалился, да. Первым делом у нас меняется статус. Видим то, что он disconnected. Да, лаг у нас не меняется, просто потому, что как бы строчка, которую мы применили, она так и осталась, новых строчек мы не получали, да, но при этом у нас растет idle. Да, в данном случае наш idle равен 1602 секунды. Столько времени наш мастер был мертв. Это как минимум нам хорошо. Ну и видим некое сообщение об ошибке, что произошло. Да.
То есть у нас с вами рассыпался сетевой коннект. Что делать, если у нас такая ситуация произошла? На самом деле все очень просто. Мы с вами просто разбираемся, что случилось с нашим мастером, привлекаем какого-то администратора или ответственного работника, да, перезапускаем его, поднимаем. И в результате репликация ретрается, да, каждый какое-то время тайм-аут. Когда мастер входит в строй, мы к нему подключаемся, подписываемся на его X-логи и получаем их к себе, и наш кластер, собственно говоря, стабилизируется. Но при этом есть одна маленькая проблема. Представим себе, что у нас был слейв, который по каким-то причинам выключился. Кончилось питание, сгорел диск или так далее и тому подобное. И не было его достаточно долгое время. И за это долгое время мастер, который его обслуживал, удалил у себя X-логи. Например, у нас диск заполнился, сборщик мусора их подобрал. Каким образом данный слейв может продолжить работу? В принципе, никаким. Потому что той дельты, которую ему нужно применить, чтобы стать синхронным с кластером, уже нет. Этих данных нет. Да? Мы не можем просто откуда-то, и нам их неоткуда взять. И в этом случае мы увидим вот такую-то интересную ошибку. То есть у нас статус уже не disconnected, а stopped. Да? И вот специфическое сообщение. То, что нету уже лог-файлов, соответствующих таким-то LSN. Но на самом деле данная ситуация, она все же не фатальна. Предположим, что у нас более чем два мастера, да, и на каком-то из мастеров эти логи еще сохранились. Да, потому что как бы мы операции же логи разливаем всем мастерам сразу, а не храним их только на одном пути каком-то. Тогда получится то, что данная реплика, подключаясь ко всем известным ей мастерам, на каком-то из них найдет нехватающих ей логов. Да? А она выполнит у себя все эти операции, ее веклог увеличится, да, и она догонится до актуального состояния кластера. После этого она может попытаться переподключиться. Чуть более сложная ситуация, когда логов, в принципе, вообще у нас с вами не осталось. Да? И продолжить работу реплики мы не можем. Ну, просто потому что у нас нет данных, нам их неоткуда взять, мы их не можем из памяти там сочинить, правильно? Что для этого нужно сделать? Для этого мы можем эту реплику переинициализировать. Что мы сделаем? Мы запомним ее уникальный идентификатор. Ну, можно записать его на бумажку, в блокнот, куда-нибудь, куда хотите. А потом мы данную реплику зачищаем локально. Удаляем ее снапшоты, логи и так далее. И после этого данную реплику мы присоединяем заново с тем же самым UID-ом, который у нее был. Вот, посмотрите. Да? Вот. Эта строчка, да, показывает, как нам переинициализировать. Для чего это нужно? Смотрите, мы с вами обсуждали то, что у нас есть Space Cluster, да, в котором мы храним идентификаторы и UID-ы. Проблема заключается в том, что пространство идентификаторов, оно ограничено. И мы не можем с вами при потере реплики просто так их выбрасывать, разбазариваться. Поэтому в идеале будет, если мы его переиспользуем. То есть если мы с вами используем старый UID, то мастер, на котором мы делаем join, его обнаружит уже как зарегистрированным, присвоит этой реплике тот же самый UID, отправит ей снапшот. И история начнется заново, да, реплика будет работать. Если же предположим, что UID у нас нету, да, ну скажем, у нас сгорел диск на реплике, все полностью, нет его, нам неоткуда его восстановить, то значит, мы должны зайти в Space Cluster, найти в нем ту запись, которая соответствует потерянной реплике, ну просто потому что, скажем, она долго, час ее не отвечает, два не отвечает, ее нигде нет, все. Мы нашли эту строчку, удалили ее. И после этого мы эту реплику цепляем как абсолютно новую. И все у нас становится хорошо, она регистрируется, получает снапшот, делает подписку на дельты, и все у нее работает хорошо. Да? Как бы наш кластер становится консистентным и целостным. А давайте смотреть дальше. И еще третий аспект. Предположим, так получилось, то, что какая-то из наших реплик не работала какое-то время. Да? Скажем, она отстала от всего кластера на сутки. Мы не хотим позволять данной реплике работать, да? Но при этом она абсолютно рабочая, она может продолжать работу. Да? Мы, с одной стороны, не хотим ее терять, заново инициализировать, но при этом мы не хотим дать пользователям возможность считать очень сильно устаревшие данные. Для этого в Tarantula есть такой механизм, как Quorum. Ну вот, к примеру, смотрите, данная схема, указанная в конфигурации при старте реплики, означает то, что данная реплика не вернет вам управление из конфигурации до тех пор, как она не догонит как минимум два мастера, на время не более чем 0,1 секунды. Да? Если в течение 30 секунд эта реплика не сможет догнаться, она даст вам ошибку. Ну, то есть, смотрите, вы выдаете эти параметры, запускаете реплику, она начинает быстренько-быстренько-быстренько догоняться. Догоняется, когда вот это состояние начинает выполняться. Да? То есть у нее отставание 0,1 секунды. Это считается как бы синхронно. Да? Вы можете задавать другие значения. И
становится рабочей. Да? Вы можете с нее читать, писать и так далее. В зависимости от того, как будут настроены, как настроено ваше приложение. На самом деле очень удобно. И последний момент. Я говорил об Idle, но начиная тоже с недавних версий Tarantula, в репликации есть Keep Alive пакеты. Ну, скажем, бывает такая ситуация, когда неаккуратный админ поставил в IP Tables drop, да, и вы увидите то, что данный коннектор развалился где-то через 30 минут, да, или 30 секунд, в зависимости от того, какой тайм-аут стоит в вашей системе. Но эта ситуация, она как бы не очень хорошая, да, и мы хотим ее побороть. Для этого есть Keep Alive пакеты. У Keep Alive пакета есть тайм-аут. Если, скажем, реплика не видит от мастера никаких изменений в течение тайм-аута, она отсылает ему Keep Alive пакет. Говорят то, что я живая. Если в течение 4 тайм-аутов мастер и слейв не видят Keep Alive пакетов друг от друга, то они разрывают коннект и пытаются отсылать его заново, да? И это тоже позволяет нам мониторить состояние канала между репликой и мастером. Оказалось, это очень на самом деле удобная вещь. Да? То есть не для того, чтобы какие-то проблемы решать, а просто для мониторинга. Если у вас рвется связь, вы это сразу видите. Вы можете, допустим, завести какую-то систему мониторинга, повесить туда алерт, который админу пришлет сообщение о том, что у нас не работает сеть. Да? Админ прибежит, починит, и у нас все дальше заработает. И еще один аспект. Да, мы говорили, то, что все изменения у нас идут по кругу. Да? Предположим, если у нас 6 реплик, то каждая реплика получит все дельты 5 раз. Много. Если у нас их 10 реплик, то она получит 9 раз. Еще хуже. Но эту ситуацию тоже можно решить. Да? Когда мы уже имеем проинициализированный кластер, мы можем немножечко поменять конфигурацию, ну, топологию кластера, так, чтобы избыточность уменьшить. Вот есть такие требования, да, то, что мы применяем это уже только к проинициализированным серверам, потому что неинициализированные мы должны запускать с общей конфигурацией, с полной. Также мы должны быть уверены, что к любой реплике есть маршрут от любого мастера, который производит изменения. Да? И каким-то образом чисто логически обеспечить баланс между избыточностью каналов, да, и надежностью. Вот пример, допустим, топологии. У нас здесь есть 6 реплик, да, но при этом избыточность равна всего 3. То есть мы с вами можем потерять любые 2 реплики, при этом наш кластер останется целым. Да, и вместо того, чтобы передавать каждую дельту 5 раз, мы будем передавать ее только 3 раза. Почти в 2 раза это улучшение от стандартной схемы. На самом деле достаточно эффективно оказывается. Ну, в принципе, как итог, что мы можем сказать? Если у вас есть проблемы с репликацией, что нужно сделать? Первым делом нужно проверить конфиг. Вторым делом, как ни странно, нужно сделать бэкап. Потому что, когда вы начинаете чистить Space Cluster, что-то очень интересно делать разные операции, пытаться разобраться, да, вы рискуете потерять свои данные очень легко и быстро. Вы можете их просто попортить, да, удалить нечаянно какой-то лишний лог, да, и все, ваш сервер уже не застартует. Вы потеряете данные. После этого можно попытаться разобраться самому. Если не получилось, пишите к нам в чатик. Я думаю, все, кто знает о Таранте, знают, что у нас есть чатик. Мы постараемся вам помочь. В частности, я или Влад, мы там все присутствуем. Если же мы в чате не смогли решить вашу проблему, да, то ее надо написать в тикеты на GitHub. Эти тикеты нам раздают, да, а нам приходится их делать, чтобы вам помочь. Мы их потихонечку разгребем и сделаем. Ну, в принципе, все. Я готов отвечать на ваши вопросы. Спасибо за доклад. Вопрос такой. Что произойдет? Можете описать, если слейв применил в лог, отдал акк, но акк не дошел. То есть коммит в лока был, акк был отправлен, но не дошел до мастера. Слейв думает, что он применил коммит, а мастер об этом не знает. Смотрите, у нас с вами это возможно только в той ситуации, если у нас порвался коннект. Ну да, да, да. Потому что у нас TCP. Мы используем TCP, да, и у нас, в принципе, пакеты не теряются. Сработала злая асинхронность и допустим, что произойдет? Если данный коннект не дошло, то означает, что коннект порвался. По Keep Alive мы увидим, что он порвался коннект. Так? Слейв это увидит. И когда коннект порвался, он попытается восстановить заново. И в процессе восстановления коннекта он отправит свой текущий веклок. Он же у себя знает, что он применил? А не будет так, что мастер попытается заново продублировать? Нет, не попытается. То есть, смотрите, у нас есть процесс релей, да? Он читает журналы, он не повторяет. То есть, смотрите, у нас как? У нас слейв знает свое состояние. Он приходит к мастеру и говорит, дай мне все дельты, начиная с такого-то момента. И мастер ему потоком их лупит. Если, скажем, оборвался коннект, да, но слейв у себя применил, то оба они об этом знают. Процесс у мастера тухнет,
Ну, я понял. То есть он понял, что ак не пришел, потому что keep alive. Вот этот говорит, да, что да, нет. Да, 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 да. Ясно. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо за доклад. А скажите, пожалуйста, насколько хорошо Tarantul виртуализуется? То есть у вас, допустим, 6 инстансов в одном кластере. Если с шардингом, то, возможно, понадобится 6x6, 36. На скольких машинах имеет смысл его запускать? Смотрите, у нас сейчас есть конфигурация, да, где у нас порядка 10 машин. На каждой машине порядка 4-8 инстансов Tarantul работает. То есть Tarantul, не, как у нас Tarantul утилизирует, как правило, около 3 ЦПУ. Один ЦПУ он утилизирует на процессинг, один он утилизирует на работу с сетью, да, один он утилизирует на запись журнала. Если, скажем, у вас машина имеет 16 ядер, да, вы можете поднять 4 Tarantul, как-нибудь их прибить к ядрам, да, и они будут абсолютно прекрасно между собой работать. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Вопрос такой. Если я правильно помню, когда у нас умирает реплика, мастер начинает копить X-логи, да, в надежде, да, что реплика придет и как бы будет их забирать. Да. Есть какой-то механизм настроить, чтобы он понял, что все, она через какое-то время не вернется, и X-логи чистят сами X-логи эти? Да, у нас есть на самом деле два механизма. Во-первых, если ваша реплика умерла, да, то, скорее всего, вы зачистите Space Cluster. Ну, вот меня здесь нет, а вот я сейчас на конференции, у меня там что-то умерло. Вот я хочу, чтобы мастер, допустим, через час понял, что реплика не вернется, и X-логи можно не копить, чтобы диск не забивать, и он их почистил. У нас есть механизм, который включается в тот момент, когда кончается место под логи. То есть, смотрите, если у вас под логи кончается место, то включается механизм форсированной очистки логов. Вот. То есть надо понимать, то, что, во-первых, у нас у мастера должен быть снапшот, да, потому что мы не можем удалить те логи, которые идут от последнего снапшота, потому что мы не сможем сделать рекавери. Нет, снапшоты есть, это понятно. Снапшот есть, да. То есть есть механизм, да, специальный, который видит то, что место под логи кончилось, если вы не делаете никаких действий. А место под логи в конфигурации задаю, правильно? Правило, если вы хотите под логи выделить отдельное место, вы можете их просто писать на отдельный раздел. Выделить раздел, в него писать. То есть нету в конфигурации параметров. Сейчас просто такой параметр. Ну, как бы. Мы хотим, есть смысл о том, что его надо сделать, но по факту данная задача решается очень просто. Вы просто делаете отдельный раздел, куда пишете логи. И когда он не сможет записать логи, начинает форсировать. Он форсирует очистку мусора, да. Угу. Это если мы не делаем никаких дополнительных действий, да. А как правило, мы знаем, что реплика умерла, да, у нас сработал мониторинг, мы удаляем запись с кластера. Из кластера он перестает все, ее считать, да, и почистится. Все защелки снимаются. Это я делал уже руками. Спасибо. Пожалуйста. Что? На докере? Есть на докере, есть. Я лично запускал в КВМе. А на продакшене я знаю, что есть на докере, точно. Причем на докерах там ратус, кто-то использовал на Alpine, есть какой-то образ Linux. А так, в принципе, какая-нибудь CentOS, и вполне себе все работает. И мы и тестим на докерах, и, ну. Спасибо за доклад. Пожалуйста. А правильно я понимаю, что если произойдет партишнинг по сети, допустим, есть у нас три мастера, да, один не может установить соединение там с двумя другими, то каждая часть будет принимать по-прежнему запросы на запись, писать у себя в вал и, грубо говоря, ждать, пока она сможет его передать оставшемуся. Да. То есть это как раз обратная сторона синхронности, да, то есть асинхронная репликация дает вам высокий перформанс, да, то есть не нужно ждать, когда кто-то вам ответит окей, да, но при этом мы не защищены от разделения. Но при этом мы рассчитываем то, что у вас стрельнет либо keep alive, да, либо еще каким-то образом вы в мониторинге увидите, что у вас развалилась репликация. И какие-то действия все-таки нужно будет предпринять. И если это случится во время сборки кластера, то у нас может возникнуть, по сути, конфликт, правильно? Вот если мне не изменяет память, то при сборке же она у вас, типа, вот вы говорили там про мастера, который самый мастер именно при сборке кластера, с наименьшим айдишником. Да. То есть, грубо говоря, если одна реплика видит три мастера, а другая видит два, то они могут выбрать разных, правильно? Нет такого понятия, как видит. Смотрите, у нас вы когда инициируете реплику, она ничего не знает, кроме того конфига, который вы передали. В этом конфиге вы указываете ей IP-адреса, да, всех мастеров. Она будет, то есть если она не достучится, то она зафейлит join. Да. Так? Да. Все, спасибо. Спасибо большое за доклад. Вопрос такой по поводу кворума. Так. Там вы сказали по поводу того, что есть лидер репликации. Нет, смотрите, у нас есть лидер не репликации, а джойна.
То есть именно когда вы делаете... То есть смотрите, в чем проблема. Проблема в том, что мы не можем позволить себе развалиться Space2 кластер. Для этого мы делаем так, что Space кластер модифицируется только на одном инстансе. И каким-то просто произвольным образом выбираем одного мастера. Да, вот это, как этот произвольный способ, вот этот вот есть алгоритм, да, который выбирает мастер с минимальным юидом. Я просто хочу уточнить немножко. Мне хотелось бы добиться консистентности, и хотелось бы писать в одну точку. И хотелось бы, чтобы эта точка выбиралась автоматически. Смотрите, вот ну, то, что рассказывал Влад, да, у нас такое есть в шарде. У нас данные по врайту идут всегда на указанного в конфигурации мастера. В чем здесь есть проблема? Проблема, вы, в принципе, можете этот маршрутизацию сделать сами, да, но вам тогда нужно, если вы имеете несколько точек входа, да, вам нужно эти точки входа синхронизировать между собой. Да, конечно. Чтобы они имели одинаковый конфиг. Данная ситуация у нас сейчас решается, используя внешние системы. Вы используете какой-нибудь Zookeeper, да, в этом Zookeeper вы вполне можете, у нас есть клиент к Zookeeper, взводится специальный watcher, да, Zookeeper видит то, что, скажем, мастер один какой-то умер, и перестраивает, выбирает другого лидера, да, на которого идут операции записи. Спасибо. Пожалуйста.